У нее не было обязанностей дома, вот таких, как вот другие. Не сходил в булочную, значит, это. Не убрал, не подвыл, значит, это. Вот. Короче говоря, этого никогда не было. То есть он вырос очень свободным ребенком. Sun is shining, the weather is sweet. Make you wanna move your dancing. У него один период в квартире, еще на Парк Победы, жил ежик. Он отгородил половину комнаты книжками, и там у него бегал ежик, он запрещал родителям вообще его трогать. А второй эпизод, более ранний, когда у него такой был удобный подоконник, мы ловили голубей, раскрашивали их под попугаев и выпускали обратно на улицу. Мы идем вкалывать, а он курит. Ой, вся комната лежит на диване, курит. Все, за глаза закрыла, ушла. Ноль внимания, никаких замечаний. Лет он решил жениться. И опять я сказала «да». Думаю, ладно, хоть это вечером будет, это абонент такая, ого-го. Думаю, ну все, проблемы исчезли. Вечером будет, это ни домой не будет. Я буду спать спокойно. Этот вопрос я слышу на протяжении 10 лет. Хорошее. Ну, какое? Экзотическое, конечно. Безусловно. Стирается все в памяти, стирается с каждым годом. Я тогда не слышала никаких его песен, слава тебе, Господи. Так что имела возможность составить впечатление без наркоза творчества. Сам Цой там занимал однокомнатную квартиру на, даже не в центре, а в новом районе, на улице маршала Блюхера. И там проводились совершенно дивные, можно сказать, дикие вечеринки. В то время популярным напитком был это самое вино, монастырская изба. И там, я помню, просто легкие такие были 12-струнные гитары производства Ленинградского завода музыкальных инструментов. И, в общем, на самом деле, люди достаточно интенсивно обменивались информацией. То есть там, скажем, очень было популярно чтение книг самоздатом. Как он радовался, когда он себе первые, сам себе первые штаны сшил. Это было радости больше, чем ему сказали, что у него хорошие песни. Да, да. Он ходил очень долго, радовался, всем показывал, сам шил. Вы представляете, смотри, какие штаны веселые. Тогда как раз вошли бананы в воду. Мы себя считали какими-то героями, там, идущими против там, всего, против власти, против того всего. Хотя всем наплевать было, конечно, и на власть, и на все остальное. Мы жили как настоящие такие анархисты молодые. Вот это как бы элемент романтики. Ну, пиво, сухое вино, свобода от родителей, пустые квартиры, девушки какие-то вечеринки. Слово «панк» еще не произносилось, а может, уже и произносилось. В общем, говорили только, что это очень круто. А одно из самых сильных впечатлений у Артема Троицкого – это то, как он проехал с ними в метро московском. И как ему было, в общем, не по себе от поведения вот этой молодой компании. И вот тогда среди них впервые появились в Москве и Цой, и Рыба. Вот. Еще название кино не существовало. Первый шаг сделал Троицкий, сделал два концерта. Один на квартире у Рошаля, у художника знаменитого. А второй вот как раз в каком-то таком клубе подвальном, куда милиция пришла во время концерта. То есть там весело было. Троицкий их уболтал, сказал, что это мероприятие, там репетиции или что-то еще. Вот. И мы стали туда ездить. Прорыв у него произошел, когда ему Гребенщиков сказал, что ему песни понравились. Его там буквально 4 песни было.
Мы тогда ехали с концерта, в университете был, в пригороде. В электричке он спел ему 4 песни. Вот Лёшка Рыбин тоже был тогда. И Боря тогда как бы заинтересовался, ему понравилось, он решил помочь там. Вот как раз это было таким предвестником первого альбома с записи. Имеется такой миф, что Сой открыл Боре Гребенщиков. Это полная фигня. Я рассказал Боре Гребенщикову от Соя. И помню, что даже процитировал ему припев песни «Мои друзья всегда идут по жизни маршами, остановки только у пивных ларьков». Вот уже там спустя несколько месяцев после этого Боря там каким-то образом на Цоя вышел. А я к тому времени уже его в Москву привозил. «Мои друзья всегда идут по жизни маршам, и остановки только...» Однажды я ехал с какого-то пригородного концерта в электричке, и ко мне подсели двое ребят с гитарой. И сыграли мне две песни. Одна была так себе, вторая меня очень сильно удивила. «Мои друзья идут по жизни маршем». И я обалдел, поскольку писание песен такого качества я в России еще не замечал. Было абсолютно новое, абсолютно своеобразное, и я загорелся страшно. Он как раз наоборот, Цоя как родного сына просто вот так вот взял, и там даже в каких-то местах и на концерты ему там что-то, ну, в общем, помогал, грубо говоря, его как-то очень взял там под свое крыло, хотя это громко будет сказано, но во всяком случае началась дружба. Он переключился на музыку. Ну, он переключился, и что плохого-то? Ну, играть на гитаре, а что в этом плохого-то? Что это, преступление какое-то? Я разрешала. Играем со здоровьем на гитаре сколько хочешь. Каждый шаг, в общем, чреват вызовом в прокуратуру там, и какими-то там задержаниями на 3 суток, непонятно за что, непонятно. А вот так, а ты вот нарушил, что, как, что, за что, ничего. Все это КГБ, менты и все остальное, это было необходимой частью жизни. Все люди, кто этим занимались, все подвергались гонениям. Троицкого уволили, если вы помните, с работы, и чуть ли не с голоду морили, я его кормил, потому что у него не было средств к существованию, нигде не печатали. Проблемы с властью, да, они у меня были. Надо сказать, что эти проблемы меня абсолютно не тяготили. Вот, и мне все это очень нравилось, я всегда считал себя виртуозным игроком в кошки-мышки. Юра Каспарян, однажды, прожив у меня 5 дней в Москве, был арестован вот на этой улице, отвезен в УВД, и из него даже вышибли показания. Ну, не били, но допрашивали долго и запугали. Так что он подписал, что жил у меня 5 дней. А это было уже нарушение, значит, правила прописки и регистрации. Ко мне пришли там, прокурор района, милиционеры и сделали письменное предупреждение, что в следующий раз меня из Москвы выселят как содержателя притона. Мне он первый раз там показал, на рыбалку мы ездим с Рольфом Максимовичем. Вот, так мы с Марьяной взяли их туда, и вот он привез. Плеер это называется. Я в этом смысле ничего не понимаю. Вот. Это привез. Мам, послушай. Я обратила внимание, во-первых, ностальгия мне там, романтик, так, знаете, так, это как поп-музыка. Знаете, генерал, это, ну, настолько зарисовка сильная. Вот он чем силен? Фотографирует то, что как бы видит. И вот эти мои друзья идут по жизни маршем, этого, да? И это. Он очень силен в этом плане. Никто не верил, что когда-нибудь это станет профессионалом. Видом творчества. В клуб мы довольно часто не принимали группы, которые очень хорошо играли, но вот этого творческого отношения, вот такого стремления что-то вот изменить, перевернуть, сказать что-то свое, вот если у них этого не было, эти группы в клуб не принимали мы. Они, конечно, были исключения, но это скорее исключения, подтверждающие правила. Вот. А вот кино, группа такая, ну, разгильдяйская, на начальном этапе времени. Разгильдяйская, веселая, симпатичные хлопцы. И вот, значит, они вот там вот нам сразу понравились, несмотря на их неумение играть на тот момент. Понравились, и они вот начали как-то вот существовать вот внутри этого пространства. Просто человек сидит и играет, и играет, и играет, и играет. Он говорит, а вот что у меня есть. И поет и так.
Вау, здорово. Есть еще? Спой еще что-нибудь. Обычно он просто появлялся там раз в неделю, раз в две недели, и у него песня другая, но была. Очень творчески стимулировала. У Лёши были свои амбиции. Витя гнул свою линию. Просто Рыбин идеологически там что-то думал, а Витя нужен был просто гитарист. Ну, гитарист, который занимается только своим инструментом, а не идеологией. Если бы разошлись, могла бы не состояться карьера ни у Вити, ни у меня, на самом деле. Потому что мы были, конечно, с уклоном в такой авангард, не в, я говорил, в андеграунд. Достаточно такие экстремально настроенные молодые люди. И если бы так это продолжалось, может быть, это все осталось бы в андеграунде. В школе говорят, вот там в институт поступил, вот туда поступил, вот туда. А у тебя кто? Я говорю, кочегаром работаю. Знаете, ну что делать? Агроном Алексей Владимир Павлович. Ну, работать-то работали на самом деле, потому что иначе просто в тюрьму можно было загреметь за тунеядство. Ну, вот старались вот эти облегченные варианты кочегары, дворники, сторожа. У нас не очень хорошая аппаратура, зато хорошее настроение, поэтому... Магнитофон Лепницкого, да, это отдельная история, это как бы решающая, наверное, была вещь в нашем культурном развитии. Мы ездили в Москву специально смотреть видеомагнитофон к Саше. Были такие поездки, по несколько человек собирались и ехали смотреть видеомагнитофон. И там дня три сидели и его смотрели. Виктор понял, что ему главное не клипы, а Брюс Ли. И смотрел во время своих приездов в Москву фильмы «Войти в дракона», «Остров дракона» и какой-то третий, я уже их забыл. И просто по пять раз за день изучал каждое движение. Виктор действительно смог это сделать своей пластикой сценической, если вы помните. Так что ему этот вот видеомагнитофон, что называется, пошел впрок по большому счету. Героев у Цоя было очень мало. Среди них, конечно, отличался очень сильно Брюс Ли. Что касается и восточного единоборства, Витя занимался довольно долго. Ну, как долго? Восточный единоборств, по меркам восточного единоборства, он вообще ничего не занимался. В районе 2 лет это очень мало. Эти занятия стали Витя так засасывать, что он просто сделал выбор. Потому что восточный единоборство – философия, и как бы заниматься и тем, и другим невозможно. Или это полумеры, или это целиком и полностью. Да, Брюс Ли, конечно, так. Даже какой-то период, там, полсезона, мы даже такой грим ему делали на концертах. И Витька стал как бы аналогом Брюса Ли. И музыка получилась у него тоже самое. У него от первых песен, где он был такой городской бродяга непонятный, из довольно мрачных районов Ленинграда, он неожиданно превратился в Брюса Ли в музыке. Брюс Ли, я думаю, что Витя помог раскрыть свой потенциал, потому что быть корейцем в России не так легко, это плохо. А быть похожим на Брюса Ли, наоборот, очень хорошо. Корейская музыка в своей основе, как ни странно, напоминает соевскую музыку. Вот это тоже парадоксально, да. Вот это некая шаманизм, который в нем присутствовал, такая вроде бы однообразность, она создавала такую вот медитацию. Уже нравились аудитории, наши аудитории. Вот. И от концерта к концерту, от фестиваля к фестивалю они становились все мощнее, мощнее и мощнее. Пока, в конце концов, мы не получили вот то кино, которое знали в конце 80-х.
остальные группы, они пытаются выглядеть, может быть, сами того не хотят, смотрят там какие-то западные журналы, но они пытаются, в принципе, выглядеть как их рок-герои западные и одеться так же. Вот, ну, мы, в принципе, тоже раньше мы прошли через это, и сейчас стараемся сделать какой-то собственный стиль одежды, собственный стиль поведения, собственный стиль движения, собственный стиль шоу. Ну, концерт, это же великое событие было тогда, концерт. Поди-ка там, еще 10 раз его могут запретить. Всем хотелось уж, если уж выполз, так уж оторваться, чтобы долго все помнили. На волосы наносятся фото и муфти, и отпечатывается фотография. Никогда и не думал серьезно о том, чтобы стать профессиональным музыкантом, потому что это связано для меня с компромиссами какими-то. И это пойдет в ущерб музыке, в ущерб песням. Потому что песни, которые я пишу, и песни, которые мы играем, мы делаем так, только так, как мы хотим. Пожалуйста, группа, спасибо. Сделаем перерыв. Немного. Попались опытные и вырубили аппарат. Но зал продолжал петь вместе с Цоем. В тот раз электричка кино повезла нас в нужную сторону. Все посещали все концерты. Все. Вот все, что происходило, все ходили на все. Это просто было такое условие выживания, иначе было никак. Я слышал, что многие просто работают, просто играют за деньги, и их можно, если им дать больше денег, они пойдут играть другую. У нас я не представляю этого. Потому что я думаю, что никто из нас не пошел бы в другую группу, если там были бы лучшие условия. Потом стали про него писать, и он, мама, вот, ты знаешь, про меня написана там статья. Я в библиотеку, туда-сюда, и первую статью я не нашла. А уж вы не представляете, как матери хотелось. Ой, это вообще, я рвала и метала, а у него попросить нет, нельзя. Это вот, знаете, вот очень четко я знала, что мне нельзя, что мне можно. То есть я всю жизнь с ним полушепотом проговорила. Полушепотом. Что бы он ни творил. Ну, так сильно не творил, он подумал, что выгнали пару раз там откуда-то. А так обычный ребенок. Причем помню, что Африка пришел ко мне в гостиницу. Причем пришел ко мне в гостиницу в странном виде, в бабочке, в очках. Бред собачий. Вот. Короче говоря, вечером меня позвал
концерт Гребенщикова, на который я не попал. Что-то концерт заменился, гребенщиковский концерт, на негребенщиковский концерт, и мы попали на Акшова. Я говорю, ну вот давайте сначала сходим сегодня вечером в концерт группы «Кино». Вот я хотел, чтобы вы посмотрели, потому что вот ребята мои друзья, я играю в группе, и мне хотелось бы, чтобы мы, потому что съемки 4 месяца, полгода, совсем не расставаться, может быть, вы тоже их всех возьмете на съемки. Часа полтора мы ждали, потому что все перекоммутировали аппаратуру, еще там что-то. И вот он вышел какой-то, значит, дикий совершенно кореец, не то китаец, не то. Сам, про которого мне скажут, что на самом деле он, конечно, кореец или китаец, но главное, что в нем, самое главное, чтобы кочега. Запел что-то невиданно, так сказать, такое зовущее куда-то, и весь зал вместе со мной поднялся, так сказать, оглушенный приливом какого-то невиданного кочегара корейского патриотизма. И там сцена, как бы, которая в результате вошла в этот фильм, когда после концерта я пошел вниз в фойе к Соловьеву, тоже думал, что сейчас меня опять еще, не дай бог, арестуют, как обычно по традиции. И как бы так из одного угла Соловьев идет, такие лица не видно, просто такая тень. И я ему навстречу иду, как бы. И вдруг довольно быстро, как бы нам наперерез, такая группа оперативников под руководством такой молодой комсомольской этой самой шавчонки в виде ищейки какой-то девушки, которая подходит, как бы издалека там без микроскопа не видно, вот у меня в ухе минимальная серьга просто, которая, ну, просто без микроскопа не видно. Подходит просто, вот, снимите серьгу. И а тут Соловьев стоит. Она-то не знает, что перед ней лауреат премии Ленинского комсомола Союза Советских Социалистических Республик, лидер там, значит, там, Союза кинематографистов и так далее. Ну, официальный советский человек. Она думает, что это все какой-то андерграунд здесь идет вообще. Все это враги народа. Вот. И Соловьев так со стороны смотрит, она мне говорит, так, у вас серьга в ухе, снимите серьгу. И я просто так раз, серьгу снял, как бы, и убрал. И это его, на самом деле, то, что я снял, его поразило, потому что он был уверен, что сейчас я начну с ней вступать как бы, в противостояние, и он как бы за меня заступится и станет тоже героем. В конце, значит, вышел Витя и спел песню «Перемен». После чего меня Африка пошел, познакомил за кулисы с Витей, и я ему сказал, что вот я сейчас собираюсь сделать картину, не знаю, что будет за картина, но я бы очень хотел закончить песню «Перемен». И вот если я дам, допустим, слово вот сейчас на пустом месте, что я эту картину закончу песней «Перемен», то вы не можете дать слово, что вы ее не будете петь, да, пока мы, значит, сами. Он говорит, а когда картина-то будет? Я говорю, ну, я не знаю, ну, может быть, это месяцев 8, может быть, 9, может быть, год. Он сказал, ну, что, для интереса давайте я вам дам слово. Но вы мне там через несколько дней подтвердите, так сказать, отвечаете мне за свои слова. Прием на работу не допускается без предъявления справки ЖЭК и диплома об окончании высшего и среднего музыкального учебного заведения. У вас есть? Нет. А кем вы, собственно, работаете? Машинист отдельно. Это не важно, кем он работает. Он музыкант, прирожденный музыкант. Ну хорошо, а справка же? Нет. Ну а где вы живете? Где вы прописаны? Я нигде не живу. Он поэт. Он на белом свете живет. Да, ребятки, вы, конечно, пользуетесь отчаянным положением администрации ресторана. Кому-то, конечно, надо в оркестре работать. Хорошо, идите в зал. Я сейчас приду, послушаю, какой вы музыкант. Так, вот час третий, пункт третий, подраздел Б. Обязанности артиста ансамбля. Выступать в единой для каждого коллектива утвержденной концертной формы. Выходить на эстраду в порядке, определенный руководитель.
процессе работы следить за качеством и умеренным звучанием инструментов. Осуществлять мероприятия повышения идейно-теоретического профессионального уровня запрещается. Самовольно уходить из эстрады по каким-либо причинам, кроме оказания медицинской помощи. О, а еще было засекречено, только меня вставили перед фактом. Что вот в кино я снялся. Слушайте, ну, Вася там, ну, сам, вот то, что надо. Вот весь сам. Вот настолько натурально это все ему. Но сам. Когда Витя появился, значит, в Ялте, опять в черном пальто, в этом самом, я говорю, Витя, просто смотри, какой я первый раз вижу тебя таким каким-то окрыленным, свежим, старик, что ты хочешь. Я первый раз увидел море. Он, оказывается, на первый раз на картине «Асса» увидел море. И чего он приехал-то, чего он с самого начала? И вот первые две недели, вместо того, чтобы заниматься консультацией, так сказать, костюмов к фильму «Асса», Витя, значит, гулял по набережной. Меня больше всего опять поразило. Это он оказался лучшим актером года. Ну, я что вообще? Ну, куда дальше? Ну, куда дальше? Я могу сказать четко, абсолютно, что я была самой счастливой матерью. Понимаете? Это слово «была» только. Что сказать? Вы получили первую супергруппу тогда. Который Виктор спел, ну, как бы официально на фестивале рок-клубовском, который у нас был во Дворце молодежи, по-моему, 87-й год был, да. Вот. Группа «Крови» была принята прохладно. Но потом уже как-то отношение к ней изменилось. Это не что-то такое проходящее. Это часть русской культуры, которую уже никуда не выбросишь. И именно главное различие заключается в том, что все, что нами движет, это энтузиазм и тяга, просто какая-то внутренняя тяга к творчеству. И чего, может быть, нет у многих, из многих даже, может быть, звезд на Западе, которые просто выполняют контракты, которые, ну, не так уж ценятся. Я думаю, что его никто не спрашивал, когда ему на него все эти песни свалились. Он все написал. Он всегда был героическим существом. И когда общество затребовало героя, вот он был к этому готов. Самой популярной для американ людей была группа «Кино». Потому что это много людей здесь, они пели вместе эту пластинку. Они не понимают, что они пели, потому что это было на русский. Но это была просто хорошая мелодия, что они пели вместе вот песни «Кино». Say I'm pretty fly for a white guy. It's such a wrong place, but there on the street where our footprints are right at home. Stardust and boots sparkle and shine. Here are the shepherds in the holster chair. Dazzling dreams beneath the bright sun. Oh, a trigger untouched. It was the right time. На Западе очень трудно. Может быть, какая-то группа начинает и записывает хороший альбом. И мне интересно слушать этот альбом. И
интересно, что будет дальше с этой группой. Но обычно, как только предприимчивые люди на Западе чувствуют, что можно заработать деньги на этом группе, они купают ее, и музыка уже перестает быть интересной. Поэтому больше меня интересуют группы, которые работают на независимых фирмах, там записи, на фирмах, где они могут делать больше того, что они хотят. Я думаю, Виктор не хотел быть Ghetto America. Я думаю, Виктор был очень доволен, что он может, его страна, что он может писать музыку, и он может поет, и он может делать актуальное кино. Я думаю, что он не был план, что он будет известной Америка, потому что я думаю, он не хотел пить английский. Он писал его песни с русским языком, это был его язык. И я думаю, что он не хотел реально пить английский. День, воскресенье, у меня выходной. Солнце не встает, я на севере зимой. Изначально позиция была у Рашида такая, что мы должны прожить жизнь самих себя, как бы. Ну, в основном, конечно, Виктор второстепенную роль играл. Вот. И, собственно, мы должны жить, а он будет снимать какие-то моменты жизни. В средней полосе значительно теплее. Но все-таки там есть тужи и метели. Вода там замерзает где-то около ноля. Но тоже делать нечего, по правде говоря. А в игле он такой, как вот я знаю. Понимаете, вот такой, вот весь такой, вот ну весь, он настолько натуральный, мне так тяжело иглу смотреть, это, потому что он очень живой, очень такой вот натуральный, спокойный, вот там уравновешенный, только поступки, понимаете, только поступками говорит, или только жестами, или только мимикой, он в принципе был очень спокойный, не, совершенно не нервный, не взрывной. Игла, увы. Огромный историко-культурный памятник. Просто потому, что так подробно, как Витя снят в игле, то есть это как бы и есть предмет фильма. Витя. Красный солнце, краска, я меняю себя. Писал «Звезду по имени Солнца». В общем, было это так. Просто утром он там что-то мурлычет себе под нос. Мурлычет, он говорит, я, кажется, песню написал. Спел куплет. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле. А над городом плывут облака. Мы посоветовались с Мамоновым, который тоже хорошо его знал еще по 60-м годам. И пришли к выводу, что нам не нужна такая советская популярность. Да и потом мы его пожалели. Мы были уверены, что мы не можем быть популярны на телевидении и на радио с нашими песнями. Наверное, мы и оказались правы. Но я ему сделал встречное предложение. Я говорю, у меня, ты знаешь, есть друзья, который, по-моему, гораздо больше подходит для работы с тобой и для твоих целей. Это вот Виктор Цой и его группа «Кино». Он говорит, да, я слышал их песни, мне они тоже нравятся. Если можешь, познакомь. Как впоследствии потом сказал
самый вот низкий, что мы были друг другу подарок. То есть я был подарок Цою, а Цой был подарок мне. Потому что мы оба друг друга заслуживали. Он заслуживал хорошего продюсера, а я заслуживал хорошего музыканта. И вот после этого, буквально я не верил своим глазам, как быстро группа «Кино» получила всенародную известность. Что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим, и кому умирать молодым. Он не помнит слова «да» и слова «нет», он не помнит ни чинов, ни имен, и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнце. Об этом я вообще узнал один из первых. Почему? Потому что мне позвонила Наташа. Это было, по-моему, 3 или 4 часа дня. И она мне сразу сказала: у нас трагедия. И я сразу весь как бы вздрогнул, сразу как-то напрягся. Я думал, что будет сказано следующее. Она говорит: погиб Виктор. Они сказали, что видели, как на большой скорости ехал автомобиль марки «Москвич», и они стояли в это время на крыльце своего дома, и у них было такое предчувствие, что сейчас что-то произойдет, потому что это такое место, где всегда происходили различные вот дорожно-транспортные происшествия. И они видели, как этот автомобиль выехал на встречную полосу, и в это время из-за угла, тоже на большой скорости, выехал автобус «Икарус». Когда его хоронили, нам его не показали. Сказали, что такая... Вы стали меня умолять, что, Валентина, не смотрите. И я его похоронила как живого. После похорон, когда мы все собрались вместе, можно сказать, в последний раз, то все музыканты поклялись, что они никогда не примут участие в продолжении существования группы «Кино». Я, в свою очередь, отказался от всех прав на выпуск всех пластинок, дабы меня, так сказать, не обвинили в том, что я использую популярность Виктора Цоя вот, именно в коммерческих целях. И я, собственно говоря, ничего и больше не делал. Может, не будете снимать, пока мы здесь стоим, а? Мы здесь находимся почти постоянно. С какого момента? Я, например, здесь в 90-м еще году был. Я тут несколько раз... Вот так место... каждый год здесь. Ухожу из магазина, смотрим. Но вы живете дома, правильно? Нет. Вы здесь? Я дома. Здесь. Я здесь. А где здесь? Ну, вот здесь, вот скамейка, видите? Нет, ну а там, может быть, палатка, может быть, еще... Да откуда палатка? Ну, сейчас лето, а зима когда?
к земле уже будем думать. Вот то, что вы ухаживаете за могилой, это вас каким-то образом приближает к вашему кумиру? Ну, конечно. Вы с ним говорите? Я как бы слежу просто за порядком. Там же, если не следит, то ничего не... Через несколько лет здесь ничего нет. Разворовывают все постоянно, бьют. Бабки воруют, чтобы продать цветы. А значки и календарь, где все на память все забирают. Так они решили вообще на свои сбережения оградку сделать и уложить плиточку вокруг памятника, потому что народу много и там земля не выдерживает. Находка, так скажем, это московский архив, аудиоархив Цоя, который был вот на его московской квартире. Это 10 кассет, обычные магнитофонные кассеты типа Денон или ТДК старые, на которых нашлось несколько совершенно уникальных вещей. Ну, например, акустические болванки, демо, которые Виктор писал сам для себя с маленьким магнитофончиком. И некоторые из них стали песнями в электрическом варианте, некоторые так и остались в таком виде. Синие-синие волны и пустынный пляж, музыка рядом со мною, и рядом со мною, и весь этот берег наш. Когда я вижу, как ты танцуешь, малыш, я тебя люблю, когда ты робко меня целуешь. Малыш, ты меня волнуешь, но не могу, не могу, извини, не могу. Летит как цунами, но корабль на горизонте плывет. Что же случилось с нами? Что случилось с нами? Этот вопрос мне покой не дает. Когда я вижу, как ты танцуешь, меня волнуешь, когда ты смотришь так серьезно, малыш, я тебя люблю, когда ты робко меня целуешь, малыш, ты меня волнуешь, но не могу, не могу, извини, не могу, но не могу, не могу, уж уволь, не могу. Кореец, да, из Казахстана, который жил в Петербурге, да,
представитель, выдающийся представитель русской культуры, потрясающий русский поэт, музыкант, да, вот это и есть, так сказать, такая, что ли, поверхбарьерная субстанция. Вот в настоящем смысле поверхбарьерная субстанция. И я вот хочу, чтобы мы Витке памятник поставили в Ялте, такой настоящий.